Морской лед в бухтах Магадана окреп, но безопасен ли он для любителей подледной ловли рыбы? Нет. По данным специалистов, замерзшая поверхность моря находится в постоянном движении. От воздействия приливов и отливов образуются трещины, которые могут меняться в размерах или быть невидными под слоем снега. Также в бухте Нагая выходит ледокол, представляющий рыбакам угрозу. В 2021 году уже зафиксирован провал автомобиля на замерзшей поверхности моря. В бухте Нагаевской работает ледокол, поэтому здесь и выход, и выезд запрещен. А в бухте Гертнера в данный момент имеются живые трещины. Живые трещины, которые при ухудшении обстановки, да, то есть они расходятся. Например, вчера произошел такой случай, что данная трещина разошлась, машины бухту покинули, но одна из машин провалилась передними колесами. Поэтому хотелось бы еще раз обратиться к гражданам города Магадана. Выход и выезд на лед опасен и запрещен. Выход и выезд на лед в бухтах областного центра запрещен. Но если человек пошел на риск, необходимо соблюдать меры безопасности. Первое. Идти необходимо исключительно по белому льду. Он крепче. Второе. Быть внимательным, наступая на снег. Под белым покрывалом могут находиться свежие трещины. Также нужно находиться на безопасном расстоянии от других рыбаков, чтобы не превышать нагрузку на лед. Иметь при себе веревку на случай провала. При возникновении чрезвычайного происшествия необходимо обратиться в службу спасения по единому номеру 112.